Блины, шашлыка. Так, шампурчики, мяско одели. Оставляем на мангальчик. Мангали, древесный уголь. Так, еще немножко осталось. 1,5 килограмма мяска. Так, что-то у нас немножко перевешивает. Один. Так, вот так вот. Да, солнышко светит. Немножко как-то не очень. Может быть, съесть, чтобы было видно. Вот так. Так, на лучше будет. Жирок капает. Кусочки мяса средненькие, чтобы сок остался внутри. То раньше вот резал, мясо были маленькие куски. И очень как бы это так суховато получалось. Так, я в принципе так почаще переворачиваю шампурики, чтобы... Да, что-то у меня... О, некоторые уже. Так, к этим приблизим, чтобы поровнее было. Мангальчик у нас небольшой, такой походный. Камушках, кирпичиках, то бишь мангал где-то высота 20 сантиметров, 25 может быть, ширина 35, ну и длина где-то с полметра. Такой походный, сделан 2 отверстия, да, под 2, но нам лучше было бы 3. Ну, я буду с каждой стороны по 2. С той стороны то же самое. Вот тут видно, что запекается именно там, где сальце есть. Вот тут сальце есть, прям такие кусочки. Вот запеклось, вот запеклось. Как бы вот так. Погода нас сегодня порадовала. Тепло. Так. Этим присланием все-таки лучше сюда. Так, да, вот немножко я плохо куски поставил. Где-то минут 15-20 жарить их.